Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня продолжение обзоров на аксессуары, чехлы от компании Elegance. Новинки на российском рыболовном рынке. Вот такой вот атрибут. Может быть, он не сильно навороченный, да, и рассказывать про него особо много не нужно, но, тем не менее, он очень востребован, и без него часто никуда. Это ведерко для прикормки с крышкой. Как вы видите, удобно открывать крышку, в которой тоже часто я, например, пользуюсь, сюда кладу шары или еще что-то прикормочное, да, для того, чтобы они не впитывали влагу. Как, ну, не положишь, да, на землю и тому подобное. Значит, качественная ведерко, 15 литров, с удобной надежной ручкой. Внутри идет маркировка по литражу. Ну и, соответственно, здесь качественное дно. Вы можете пользоваться венчиком с шуруповертом. Никаких проблем, ничего здесь не раздолбит. Пластик качественный, уже проверенный. Для желающих приобрести я оставлю ссылку под видео в описании. Заходите по этой ссылке, оформляйте заказ. Всего вам доброго и до новых встреч.